Подготовку к новому отопительному сезону обсудили и на окружном совещании под председательством первого заместителя губернатора округа Алексея Ситникова. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи. В этом году Ямал потратит на подготовку к зиме более 2 миллиардов рублей. Половина из этих средств выделена из бюджета округа. Остальное – финансирование муниципалитетов и предприятий ЖКХ. На Ямале к зиме готовится порядка 3000 объектов коммунального комплекса. Будет отремонтировано более 11 тысяч километров инженерных сетей. При этом темпы подготовки немного выше прошлогодних. Сейчас перед муниципалитетами стоит задача. К 1 августа экватор осенне-зимней подготовки должен быть пройден. Отметим, следующая общеокружная проверка готовности к зиме запланирована на середину августа. До этого времени первый замгубернатора планирует побывать на некоторых объектах, чтобы сверить данные докладов с практическим положением вещей.